И вот, вот таким образом эта чаша закрывается, и тут уже внутри беспредел. Ветки сохнут, урожая нет, болезнь развивается. Вот это последствия чаши, ребят. Это дерево меня переубедило, что чашей заниматься не надо. Да, да, то же самое скоро будет. Да. Вот это. Посмотрите, все поймешь сразу. Потому что оно было открытое полностью. Видите, этот побег пошел сюда, тот побег внутрь пошел, тоже внутрь, и она закрылась. А это что за сорт? А? Это какой сорт? Это тоже 26-й. Понятно. Да. Вот видите, это первая леди. Как она загружена? Значит, она не почувствовала этих оттепелей. В чем дело, не знаю. Но это факт. Ну это лет 20 дерева, да? Где-то 22 года, да. Отличный урожай, отличные плоды, хорошие выполненности. А какой сорт? Елный сорт с формой корями. Елный кануиный рис. Да, да, елый фач. Если вы мои видео смотрели, тогда я говорю, что есть трифанов латерал, который имеет особые свойства, качества. Видите, он темно-зеленый. Рядом орех, урожайный, все. Но видите, он светло-зеленый. А этот темно-зеленый. Он цветет последним, почти что как чандлер, а созревает как песчанский. Мы здесь имели фермер.ру, собирали комиссионно это дерево, 56 килограмм собрали, а потом после падения листьев еще 20 килограмм. Первые леди тоже собирали. Плоды падали на асфальт и открывались. Открывались. Отличное ядро. История у него особая. Айша Копаку. Елый уйти пандежос пансус. Шиаре латерал. Пытался кумын каркат Копаку. Как он загружен? Не очень много плодов. Ага, не очень много. Он плодов очень много. А, есть, есть, есть. Ветки гнутся. Трифанов. Как называется? Трифанов латерал. Скажите, Данилевский тоже такой темный имеет цвет листьев, да? Не, не, не такой. Не такой, да? Это трифанов латерал, это 30-й, да? Да. Так, посмотрели, сели в машину. Вы видели ВТ-15 там. Под ним орехи были опавшие. Вот видите, какой урожай. Как дерево работает. Его, ему дать условия, и оно себя проявит. Да. Впечатляет, а? Это память учителя, да? Да, память учителя. Молодец. Марунцелик ел и пести масура. Сначала его козут научили, да, если майка-майка. А если тот ел, уйдаться? Ел алтуит, сережка алтуит. Певремурь. А если алтуит, ел резко, и кади машка, так и пуцин, ну-ка пуцин. Ел, ну аша машка, да ел совкус машка. Нет, это тот же самый. Вот эти привитые. Да, вот, пожалуйста, дальше это 15. А, просто привитый? Он привитый, имеет избыток питания. Я понял. А там он дичкой получается маленький. Как он вам смотрится, этот? Маленький калибр. Мужики, а? Ну, он дает результат, потому что он вырастет, он загрузится, будет мелким. Вот, пожалуйста, ветка какая. А почему он такой в виде куста? Вы на него что-то еще привили, да? Так какой куст он? Вот, смотрите. Латерально 100%. Угу. Это вот селекция. Я его опылял в 11 году в этих мешках. Но мешков у меня тогда не было, были из бумаги я делал такие кульки. Это на вины ставил пыльцу трифанового латерала, вот этого темно-зеленого. И он дал вот этот эффект. Это сын трифанового латерала и вины. В саду мы когда зашли, где фундук там был, были тут. Вот, пожалуйста, смотрите сюда. Сокращенное название вот это там. Да, вот, пожалуйста. Он даже дает по 4 плода. А шкурка? Танка, шкуры. Да. Без проблем.
Этот сорт я решил посвятить Цуркану Ивану Петровичу. Да, покойный. Ивану Петровичу. И хотел называть его памяти учителя. Возможно, я буду регистрировать. Вот это все можете делать и вы. Подберете хорошие пары. Вот видите, здесь он уже немножко, он привитой, но немножко помельче уже, видите? Но он тоже. Этот просто перегружен, поэтому вот видите, он тоже круг на этот похож. Видите, он похож на этот, видите? Но этот крупнее. Да, еще сейчас один здесь я спуск. А еще Левада Мама. А, Левада Мама. Да. Это маточно-черенковый, правильно? Да, да, да. Вот, пожалуйста. Попробуй так ветку. Да, я в это еще улетел длинусь. Если мы ему. Вот эти деревья, они вас шокируют, но они меня не очень радуют, потому что они перегружаются. А вот я вам покажу сейчас сорт, который сам себя регулирует. Пожалуйста, обратите меня на это дерево. Это ВТ-6, тоже брат этого ореха. Но видите, он имеет мощный штамп. Видите, деревья стремятся расти вертикально. Я здесь сделал так, чтобы вот эти деревья для обзора, а эти для черенковых. Они чередуются. Значит, и вот это вот. Здесь плодов меньше, но тут плодов достаточно. Там перегрузка. А тут плоды будут крупнее, и качество будет лучше. Вот пройдем дальше. Сделали рюмку, чтобы поливать, а воды нет. Видите, там воды, следа воды нет. Это для черенков, да? Да, это для черенков. Вот, пожалуйста, видите, вот. Как он выглядит. Он загружен нормально, больше не надо. Он, если он в этом году после таких зимних фокусов вот так вот загружен, он показал, что он достойный сорт. И видите, они все стремятся расти как свечка. Это очень важно. Потому что мы сейчас будем видеть орех, который лежит на земле. К нему не подойти ни с уборкой, ни с обработкой. Видите, они все имеют вертикальную крону. Это ВТ-6. Это, значит, внук Трифана. Это ВТ-6. Внук Трифана. Это Рединский полный. Он зарегистрирован как сорт. ВТ-15 и ВТ-6. Это ВТ-3, видите? Он, его недостаток какой? Он орех очень хороший, очень качественный, но очень мелкий. Этот мелкий, потому что мелкий, те мелкие, потому что перегружен. Если там нормальное питание, он в два раза крупнее. Видите, он тоже очень хорошо. Здесь очень хорошо просматривается качество матери, вина. Он, видите, тоже. Да, фрумоз. Да, да, ел этот и санатос. Копакуй амбракадис. Мы можем многое говорить, фантазировать. Ну, смотрите, на том ряду, блин, орехи с конца, а тут нет орехов. И что я их сорвал или там привязал? Вот о чем разговор. Вот когда мы говорим с вами о том, что есть глобальное потепление, есть риски. Как бороться с этим делом? Я в зале вам буду говорить, но один из методов борьбы с глобальными потеплениями, с зимними оттепелями, один из методов – это подбор сорта. Вот мы видели сорт там, 8 опминунат, фалешский латеральный. Он забит урожаем, и хоть бы хны. Значит, пожалуйста, 15-й ВТ, 6-й ВТ. Третий ВТ. А тут нету. Просто времена такие, что мы должны выбирать. Я вам скажу вот что. У меня очень есть много критиков, которые говорят, зачем тебе там 53 сорта фундука? Надо иметь 3 сорта и все. Правильно. Но чтобы выбрать нормальные 3 сорта, надо иметь 50, чтобы откуда выбирать. То же самое с орехами. У меня более 200 сортов и форм ореха. Более 200. И сейчас я вижу, что есть такие, как и люди, которые есть, которые надежные по жизни. Не подведут, не продадут. А есть такие, что вот пока хорошо он с тобой. А чуть что он уже в сторонку ушел. Так и с этими орехами. Да?
С этими орехами то же самое. Как? А что то же самое? Что, да, так, как и... могут орехи уйти в сторону? И по итогу, что он происходит? По своим качествам, он где-то в чем-то имеет ущербину. Вот иди, иди сюда. Вот смотри, Боря, видишь? Вот это вот ВТ-3. Да. Это родственник, да, тех. Он, не, он неплохой, он немножко мелковат. Но ядро у него белоснежное, Чандлер отдыхает. Так. Чандлер отдыхает. Но орех у него мелковат. Это его изъян? Где-то 11-12 грамм. Ну что? Ну, значит, я по тем временам, я его сохранил, не уничтожил, но вот там у меня его нет. Там остался только ВТ-6, вот тот. Угу. Тот, где второй ряд. А он бабочкой выходит? Выходит. Выходит отличная бабочка. И тем более вот сейчас вот время, меняются времена. Раньше бабочка большая, маленькая была бы. А сейчас хотят маленькую бабочку, потому что они целиком ее покрывают шоколадом. А эти? Так, ВТ? Да. Оп, пизащ. Да. Это восьмерка, это Кишиневский, да? Да, четверка. Вот Кишиневский. Это Бричанский. Это еще старая технология. А вот это, пожалуйста, Костюжанский, ни одного плода нет. Ел ламфлорит, а не мерит лабрума. Таман. У нас копье клетки скустроки, то есть так, до цветения, после цветения, чтобы он флористе мои наинти, да? Уитладенс, да, лаиста по барабану. Полезки латеральные. Какой широкий, даем, идея с так ее кретку ущи дрода до цветения, после цветения, к ел неравномерно флореск, что ее не дал структуры, пальцева. Посипил шараста. Идец? Да, а есть там все сорты? Полезки латеральные. Что такое 8М? Оп, минунат. По-молдавски минунат — это чудесный. Прекрасный. Прекрасный. Ну, когда мы его нашли, это код еще с тех пор, как мы его нашли. Это было лет 30 назад. А сейчас это какой у вас код? Фалерский латеральный, то, что мы видели там. Это 27-й, да? Вот. Да, 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 вот. Вот как он работает. Вот, да, это, да, рядом, пожалуйста. И 2 года назад он хромал. А этот, ветви ломаются, и вот, пойдем дальше, пожалуйста. Ну, на ремик. Костюжане. Я думал, что Полесский латеральный, он такой же маленький, а у меня нет. 8 метров, что мне делать? Пересаживать? Нет, нет, там 8 на 6 у меня. Ну, тоже Полесский, да? Да. Но надо его держать крону. У меня 8 на 8, слушай, есть места. Это? Нет. Да, и сейчас какой-то... Слушай, Полесский? Чес произошел? До испрещ пиши, пипай испрещ. А меня отдали, а она вел к чего смесь пи... Купакой. Угу. Да, да, да. Я вроде что. Кодуном рушет. Рода и буна, калитате и буна. Но шанкаркат квачал, ачала пренкаркат. Песчанский нормал шанкарк. Вот это песчанский. А это песчанский? Да. Песчанский, он отлично загружается и не перегружается. Елдеан, Анлаан, де Родаш требуй. Ну и вес гуно, гунойла радичина есть. А еще по ням покровная культура. Где-то меж. Такой большой. Да, такой большой. Да, и себе фрубоска. Маешь весь, понимаешь? Угу. А себе фрубоска ощала. Мы мутари рода. Песчанский. Здравствуйте, а вы в Петербурге орехи продаете? Продаем.